синок родной, достойным мужем будь. Свою жену люби, цени, лелей. Она у тебя необыкновенная. Милая моя доченька, каждой маме хочется, чтобы ее ребенок был счастлив. И я хочу тебе пожелать огромного счастья, пожелать тебе мудрости и терпимости. И чтобы ваша жизнь проходила во взаимопонимании, в огромной любви, верности. Уважаемые гости, дамы и господа, дорогие родители, я поздравляю вас с этим радостным и торжественным событием. Сегодня, 5 мая 2017 года, Александр и Анна стали мужем и женой.